мы настаивали на том, чтобы проводился в нашей стране полноценный референдум. И касался он первой и второй статей Конституции. Как раз отношение к собственности, отношение к недрам. Вот что сегодня говорит КПРФ о том, что значит, крупная собственность, промышленные предприятия, недра, газ, нефть, лес и многое другое должно принадлежать и работать, принадлежать народу, государству и должно работать в интересах каждого. Поэтому то, что они сегодня проводят, ну, это как это, праймерис Единой России. То есть они уже решение приняли, а теперь вот хотят якобы поиграть в демократию, спросить мнение людей. Но почему надо идти голосовать против? Все-таки в стране растет критическая масса людей, не согласных с проводимой политикой в нашей стране. И они обязательно придут на избирательные участки и проголосуют. Они являются активными гражданами в нашей стране. Поэтому участвовать в этом мероприятии КПРФ призывает и призывает голосовать против. Против узурпации власти одним человеком, как бы не звучала его фамилия. Вот это основной момент, против которого мы выступаем. Все остальное, в принципе, и так возможно реализовать при наличии действующих федеральных законов. И хорошее отношение к животным, и государственный суверенитет, и многое другое. Это уже есть. Поэтому сейчас просто попытка в очередной раз обвести людей вокруг пальца и провести самую главную политическую поправку, в которой закрепить вот это президентское самовластие и практически его несменяемость. Вот против этого мы и выступаем, в принципе.